Всем привет, дорогие мои, и хорошего вам настроения. С вами Рэй. Сегодня будем играть в Терминатор Генезис Футуры Вар. Давайте посмотрим, что это за игра. Ну, это новинка, сразу вам говорю. Командир, выявлена нехватка боеприпасов. Вам открыть доступ к протоколам строительства. Инициируйте постройку склада боеприпасов. Слушаюсь вас, Арнольд Шварценеггер. Продолжаем. Так, это нам указывают, где, значит, надо строить. Склад боеприпасов отвечает за обеспечение базы боеприпасами. Построить. Проведите оптимизацию темпов постройки сооружений. Бесплатно ускорьте строительство, если до его завершения осталось менее 5 минут. Ага, можно бесплатно, значит. Операция выполнена успешно. В разделе квесты вас ожидает награда. Давай заберем награду. Отлично. Я разработал наиболее эффективный алгоритм развития базы и внес рекомендации в раздел квесты. Следуйте им и получите вознаграждение. То бишь еще раз, да? Так и есть. Забираем. Так, а тут у нас старт. Из-за недавней атаки сопротивления мы лишились части стратегических наработок. Проведите исследование. Это поможет наладить инфраструктуру базы. Так, давай что-нибудь тут сделаем. Экономические, да? Этот вид исследований позволяет повысить важнейшие показатели и экономических процессов на вашей базе. Ну, давай изучим. Сюда кликаем «Улучшать». Меньше 5 минут, должно быть бесплатно. Научный центр занят проведением исследования. Вы можете бесплатно... Понятно, это все. Так, мы получили что-то. Да, ребята, я взял не сопротивление, а как раз этих... За роботов мы играем, короче, с вами. Забираем. Постройте конвейер. Старт. Командор, состояние вашей армии не отвечает актуальным задачам. Постройте конвейер, чтобы начать подготовку войск. Ну, я же только что врубил, вроде бы. А, нужно еще, что ли, один? Ну, давай. Конвейеры производят новые боевые единицы и предоставляют общую статистику по юнитам. Отлично, бесплатно. Подготовка войск. Забрать. Доступна подготовка войск. Инициируйте создание боевых единиц. С их помощью вы сможете подавлять активность врага и оборонять подконтрольные локации. Вот оно как, ребята, а? Подготовить войска. Т-810. Чистильщик. Стартуем. Так. Здесь представлены все войска, доступные для подготовки. Для открытия заблокированных юнитов необходимо провести исследование. Да, тут нормально так, чистильщик. Надежно сконструирована боевая единица, идеально выполняющая прямолинейные задачи по уничтожению врага. Внимание, для тестового запуска конвейера объем первой партии юнитов подобран автоматически. В дальнейшем вы сможете определять его самостоятельно. Подготовка 5 минут у нас будет. Здесь вы можете узнать, на какой стадии находится процесс подготовки войск, а также ускорить его. Ускоряем. Применяем. Сокращение на 5 минут. Ага, значит, вот оно как. Давай применим. Организация атаки. Ну, мы сделали. Производство ресурсов не покрывает текущие расходы. Прикажите войскам захватить дополнительные ресурсы в локациях на внешней карте. Организация атаки. Ну, давай стартанем. Ага, вот нам куда надо. Выходить на внешнюю карту, ребята. Давайте как посмотрим, что здесь у нас. Так, загрузка идет. Просканируйте выбранный объект на внешней карте. Для этого нажмите на его изображение и проанализируйте полученную информацию. Ну, давай, захватить. Вероятность захвата локации вашими войсками 100%. Сформируйте отряд и отдайте ему приказ перейти в наступление. Отправим. В походе ваши юниты будут действовать автономно. Вы можете отследить время до прибытия войск в локацию, руководствуясь внешней картой. Ну, я вижу, да, что они летят. Черт, там было что-то написано, не успел, нажал. Рапорт о сражении содержит важную тактическую информацию. Он будет отправлен вам сразу после завершения операции. На почту, да? Со всеми рапортами можно ознакомиться в разделе «Почта» во вкладке «Рапорты». Ну, давайте посмотрим, что тут у нас. Успешный сбор ресурсов. Изучение рапортов имеет высокий приоритет. В них содержится полная информация о действии вашей армии во время военных столкновений. Ага.
продолжаем. А что же мы взяли-то? Я так и не понял. А, боеприпасы, плюс 80, хорошо. Так, постройка здания, забираем. Ваши войска вернулись на базу с ценными ресурсами. Захват локации на внешней карте – это эффективный способ разбогатеть. Вам удалось наладить инфраструктуру базы и укрепить свои позиции в измерении. Выберите имя. Ага, ну сейчас мы будем выбирать имя, значит. Давайте выберем. А можно мне мой выбрать, а? Наверное, надо идти через Facebook. И я здесь хочу поменять. Я не хочу быть плеер, игрок, там, 35 тысяч какой-то там. Давайте возьмем. А, можно, 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 ребята. Давайте набираем тогда мы Рэй. Ну, скорее всего, оно будет занято, да? Так, где у нас вот маленький Рэй? Если будет занято, будем другой тогда. Сохранить. Не, давайте в Facebook, наверное, зайдем. Операция выполнена. В общем, ребята, у меня должно все получиться. Так оно и есть. Вот, Алексей Суворов. Ну, мне это не больше, не очень нравится. А назовемся все-таки Рэем. Да? Ой, что я сделал? Ё-моё, блин. Куда? Не то. Зачем я... Вот, вот, все, все, все нормально, ребята. А вот теперь называемся уже Рэем. Так, Е, Рэй. Отлично. Нет, надо с маленькой буквы Рэй. Где этот Y-то? Вот он. Ну-ка. Сохранить. Ошибка операции. Да, так оно и есть. Ну что ж, тогда напишем, ребята, по-другому. Это удаляем и пишем WinRay. Так. Win. С большой буквы Ray. Ну, это уже должно быть свободным. Темпы вашего развития определили мои прогнозы. Исследование всех начальных задач заслуживает поощрения. Вам вручается VIP-статус на один день. Используйте его разумно. Новый уровень. Вы получаете VIP-статус первого уровня. На протяжении следующих 24 часа вы можете использовать все, что вам нужно. Командир, продолжайте наращивать влияние, развивайте технологии, наладьте производство и сформируйте армию. Получить бесплатно. Так, предложения банка были использованы. Это у нас еще, ребята, я так понимаю, вообще идет обучение. Забираем. То есть еще как таковой игры не было. Описание, подготовка войск. Приспешников будем делать, ребята, с вами. Ага. Так, войска, да, там написано. Тут нужен склад, ГСМ и ядро. Все нужно второго уровня. Предспешник, да, значит. Так, подготавливаем его. 30 секунд будет делаться. Можно ускорить, но я не знаю, за просто так или за деньги. Ладно, давайте пойдем с вами на карту. Что нам здесь еще доступно? Все, что ли, обучение закончилось? Теперь мы сами по себе. Сундучок, кейс. Энергия плюс 200. Ясно. Так, это у нас сервер новостей. Ага, тут, значит, ребят, смотрите-ка. Почти каждую неделю идет какая-то обнова. Хм, неплохо. Значит, игра развивается. Так, все, приспешники у меня завершены. Почта пустая. А где же нам... Что же нам тогда, ребята, делать? Сами по себе, я аж даже растерялся. Что здесь мы можем, интересно, сделать? Ага, ядро уровень 2. Исследования, значит, экономические тут, боевые, важнейшие боевые характеристики войск, разведка, показатели разведки улучшаем, подготовка войск и агрессоры. Так, экономические, значит, у нас всего лишь единичка выучена. Нужен научный центр третьего уровня, чтобы дальше ее развивать. Хорошо. Давайте тогда... Выберем, наверное, ага, постройки здания. Давайте построим склад ГСМ. Стартуем. Ага, здесь, значит, можно в любую точку уставить, ясно. Давайте сюда поставим. Склад ГСМ отвечает за обеспечение базы топливом. Ага, минуту. Ну, тут, по-моему, можно, ребята, бесплатно завершить, скорее всего, да? Ну-ка, что у нас еще тут есть? Утилизатор. Так, я тоже могу его построить. Ну что ж, давайте влепим.
Так, давайте сюда его поставим, куда нам показывают. Отвечает за обеспечение минералами базу нашу. Так, тут можно бесплатно завершить. Нанять вспомогательный строй отряд. Дополнительный отряд, задача которого возводители улучшать любое здание, когда основной отряд уже занят другой постройкой. Ага, это типа дополнительного строителя. Ясненько все. Так, это у нас за жетоны. Моментальная постройка называется, ясно. Утилизатор обеспечит минералами базу. Ну, это я уже понял. Нужно ядро второго уровня. Так, улучшить. Ну, может быть, еще разок улучшим. Так, хорошо. А где же мне теперь, интересно, взять? Тут нужно дофига чего, ребята. Тут надо и ядро. Тут, кстати, тоже надо улучшить. Так. Блин, 6 уровня только в следующий раз будет улучшение. Так, подбить воздушный транспорт. Ага, тут, значит, у нас список задач, которые мы можем поставить и которые будут делаться. Обновить арсенал, тоже ставим, 6 минут. А это можно начать? Нет, этого нельзя. Или можно? Нет, нельзя, ребята. Наверное, надо по очереди делать все это. Так, ну что же нам еще-то сделать, а? Так, тут можно улучшить за 2 минуты. Ага, резерв, который прячет наши ресурсы, если на нас, короче, нападут. Ясно. Короче, враг нападает, он отнимает у нас не все ресурсы, которые есть, а вот эти склады, они прячут, короче, от врагов. Значит, тут будет все-таки резня, ребята, и это хорошо. Ух, забираем. Это мы столько уже понаделали. Шикарно. Так, приспешников можно сейчас залупить. Количество 10 штук. Давай-ка стартанем. Так, он сделает у нас в этом здании, да? Войска. Подготовить. Пошла подготовочка, короче. Ну-ка, ускорить. Блоха, искра, смерч, гриф, судья, там еще елки-палки. Заставляет врага врасплох. Это блоха у нас, да? Ха-ха. Подготовка за ОТ. Завершена. Подготовить. Одну штуку мы всего будем делать, получается, да? Класс войск кавалерия. Ага. Улучшаем тогда. Бесплатненько. Все, столкнулись мы с этим ядром 3 уровня. И ГСМ еще нужно 3 уровня поднять. В общем, ребята, это стратегия, тактика. Должна вот любителям таких игр понравиться. Кстати, их много, таких игрушек. И причем довольно неплохие они. Смотрите, сколько нас здесь новичков, а? И все под куполами. Ну, насколько вы знаете, купол. Здесь можно пополнить запас энергии, необходимый для ведения боевых действий и жизнеобеспечения военной базы. Захватить. Давай-ка, 60. А тут, наверное... И отправляем. Все, вылетели наши войска. Ну, насколько вы знаете, щит, это означает, что на твой город не могут напасть. Так, эта база принадлежит мне. Представляет собой укрепленный объект, но в случае успешной атаки захваченные ресурсы окупят любые потери. Ну, хотелось бы в это верить. А интересно, а когда мы будем нападать потом на вражеские базы, там будет вот эта анимация роботов или вот все таким образом? Интересно было бы посмотреть. Ага. Смотрите тут, ё-моё, тут... Народу-то уже нехило. В игре-то в этой. Хе-хе. Так, карта измерений еще какая-то есть. Ну что такое? Что произошло? Ага, все, прогрузилось. Ой-ой-ой. Тут еще, ребята, оказывается, есть измерения. Я только в своем сейчас нахожусь, а там еще 5 измерений. Ну, мне кажется, где-то там, наверное, и люди должны быть. Потому что мы, наверное, не можем здесь с ними быть на одной карте. Так, ну что, давайте захватим топливо, оно нам пригодится.
лишним никогда не бывает. Или проведите исследование, число походов. А, елки-палки, ребята, я же не могу, у меня же все войска отправлены. Идет добыча ресурса, ага. Я хотел отправить. Вот они сейчас вернутся, когда ко мне. Тогда мы можем их еще куда-то отправлять. Ну, а пока ничего. Так, а тут что? Малый кейс ускорения. Ага, ресурсы, ускорение, бонусы военные. В общем, это все няшки всякие тут. Давайте, ладно, вернемся на свою базу. И что мы здесь сейчас можем сделать? Да, кому-то она покажется нудной, скучной. Так, забираем. Ну, еще раз повторяюсь, это для любителей вот таких вот стратежек, где нужно все рассчитывать. Ну, а тому, кто любит такие игры, естественно, понравится. Кто любит технологии, развитие. В цехе можно улучшить компоненты и создавать снаряжение для лидера. Ух ты, новое здание какое-то мы строим. Бесплатно. Ага, тут у нас еще, ребята, будет лидер, оказывается. Ха-ха. Забираем. Так, склад боеприпасов, исследования. Тут очень много чего нужно делать, ребята. Обалдеть, сколько всего всякого тут наворотили. Так, улучшить, да, значит, научный центр. Так, тут можно взять... Ага, боевые он мне показывает. В боевых у нас вообще пока ничего нету. Короче, это ускорение подготовки войск, ребята. Они будут быстрее у нас строиться. Черт, а как тут можно отдалять, приближать камеру? Походу дела нет, но слишком близко, мне очень тяжело найти, где там что находится. Количество энергии 42 и 1 тысяча. А вот сюда я могу? Да, могу. Подожди-ка, локация захвачена другим командиром? А если я атакую? Газикс. Ну, предположим, да? Так, давайте опять же выбираем всех. Отправить. Чего, сколько? Ваша база находится под защитой энергокупола. Ну, про что я вам и говорил, что энергокупол, он не дает на первых... Так, давайте, наверное, выбрать всех и отправим. На первых порах атаковать игроков. Ну, чтобы им дать возможность развиться, прокачаться и так далее и тому подобное. Так, рапорты. Это вот за последний бой, который мы отправляли. Что тут получили? Плюс 504 энергии. А там, по-моему, еще 41 тысяча лежит. Ну, у меня войска, видимо, не могут столько утащить. Поэтому надо каких-то сборщиков потом делать, которые могут перетаскивать больше ресурсов. Так, что еще тут может... Смотрите, какие-то вот эти стрелочки, что означают, а? Так, 2 минуты сейчас будут они добывать. Давайте вернемся на свою территорию. Ага, вот это все игроки, ребята, которые сейчас есть в данной локации, по ходу дела, да? Наверное. Так, постройка здания. Ионный обменник, искра. Ха. Ускоренная подготовка, давайте обменник посмотрим. Так, ну что же, давай, я даже, честно говоря, не знаю, что он делает. Ага, вот. Ионный обменник отвечает за обеспечение базы иридием и ускоряет процесс постройки новых юнитов. Тогда давай конвейер влепим. Так, а по-моему, у нас уже один есть. Ну, я думаю, хуже не будет. Воздушный под... Ага, выполняется задание, ребята. Все. Забираю. И начинаю следующий, да, тут 4 минуты провести совет клана. А остальные пока не могу. Стратегические. Забрать. Применение предмета перезагружает список стратегических задач. Обновленный список задач будет сгенерирован случайным образом. То бишь, это можно скинуть основные задания свои. Ясно. Определить нужные ресурсы.
Так, сменить радиочастоту, но это все уже потом, через 4 минуты, грубо говоря. Ладно. Постройка здания опять нам дана. На это сколько? Ага, сейчас уже практически закончится. Дом обеспечивает дополнительную защиту, понятно. Давай-ка. Как говорится, пока есть возможность сделать бесплатно, все это надо делать. Сундучок опять. А, он через 12 минут только активируется, ясно. Ну, где у нас чё? Войска. В наличии все у нас тут. Подготовки пока нету. Ионный обменник. Еще один можно влепить, да, получается? Ну, давай вот сюда его поставим. Ага, понятно. Давай тогда это будем делать. Тут еще каждое, чтобы сделать, нужны определенные для него, как бы сказать. Я не могу построить одно или какое-нибудь здание, пока у меня не будет нужного для него здания построено. В общем, типа того. Позволяет увеличивать число слотов для ремонта. Ага. Короче, это починка боевых единиц. Давай-ка. То есть, если роботы приходят, пострадавшие, он их лечит. Точнее, ускоряет их лечение. Так, письмо, рапорты. Ага, это я отправлял на промзону. Что они добыли? 504 материала. И никто не погиб. Отлично, хорошо. Давайте посмотрим, что у нас еще тут можно на карте сделать. Ну, как я погляжу, карта здесь очень большая, поэтому... О, робот какой-то. Пожиратель. Пожиратель, в вашем землении обнаружены агрессоры. Вступите с ними в бой, чтобы получить ценные трофеи. Ага. Максимум силы 50 тысяч. Агрессоры. Так, исследование нужно провести. Ну и что? Полчаса? Ну-ка. Вспомогательный дрон. Активировать. Ну давайте попробуем. Вспомогательный дрон на 24 часа. Ага. Улучшить его можно. Тоже полчаса займет. Ё-моё, вот тут напичкали-то, а? Так, у меня еще до сих пор, ребята, первый уровень, а тут уже ребятушки стоят второго уровня. А куда вот эта стрелочка ведет, а? Давайте-ка посмотрим. Ё-моё, тут сколько тут баста, ядрить его на корень. Это кто там куда кого отправил, а? Вы посмотрите, просто он не замучится лететь-то до туда? Ну что, вроде бы... Приплыли, да? Что это такое? Заброшенная база. Захватить. Нет, ребят, я не буду ее захватывать. Он опупеет у меня сюда лететь. Мой там походник. Ну что ж, ребята, в общем, как-то так. На этом я буду завершать этот выпуск. Всем спасибо за просмотр. Если вам понравилась игра, то можно будет в нее поиграть. Вы пишите в комментариях и посмотрим, что там будет дальше. Как пойдет у нас развитие. А на этом все. Всем пока и удачи, ребята. До скорых видосиков. To the top of nigga, you can't stop. Bounce.